рюкзака на AliExpress, продавец положил мне вот такой вот замочек. Уникальность этого замка в том, что он у меня не сломался. Он вроде бы из таких дешевеньких материалов сделанный. Здесь можно его программировать. То есть можно задать любую, какую мы захотим, комбинацию вот для открытия свою. Вешается он и на рюкзак, причем на различные рюкзаки подходит. Ну, так это, скорее всего, там от любопытных глаз спрятать что-то можно. На пляж с собой взять, там зацепить где-то что-то. Не более того. При серьезном ударе он просто рассыпется, конечно. Но, тем не менее, со временем он за 2 года не ушатался. До сих пор работает. До сих пор с ним ничего страшного не произошло. Если кому-то будет интересно, можно поискать такой на Алиэкспрессе. Шел с рюкзаками. Рюкзак был очень хороший, но у него за год эксплуатации пошла, по-моему, строчка одна посыпалась. Вот, и поэтому пришлось, ну, от больших нагрузок, соответственно, поэтому пришлось его заменить. А замок нормально работает. Держится. We'll be right back.